Здравия всем, вы на канале Марка Елены Дерегетти. Мы пришли в кассу. 20 франков за 2 человека, то есть 1 человек, 10 франков, друзья. Вот мы с вами сейчас полюбуемся. Пчелки. Нонталью. Марка меня предупреждает, чтоб я ножницами ничего не резала, как будто у меня ножницы в кармане. Соответственно, это же для на посмотреть, а не для того, чтобы нарвать. Вот они, какие красивые камелии. Разных сортов мы сейчас с вами посмотрим. Обратите внимание, что здесь вот такие вот стружку они насыпали, чтобы людям было удобно ходить, не пачкаться. Фотографии делать не буду, друзья. Но красивые. Может быть, потом, когда все поснимаю. Какая прелесть, друзья. Ой, красавицы. Что-то как-то вообще с какой-то стороны пошла непонятной. Вот прям звездочка внутри. Много людей с фотоаппаратами, соответственно, с телефонами. Вот видите, этот расцвел один цветок и все остальное в бутонах. А до этого мы видели, уже практически отцвел. Много людей, которые говорящие на немецком языке. Кстати, есть... По-моему, 2 сорта камелии, которая желтая. Смотрите, как здесь красиво. Такой японский парк. Похож, во всяком случае. Что-то на китайское или японское. Как красиво, друзья. Легкий аромат стоит, потому что не каждая камелия имеет запах. Но больше пахнет вот этой стружкой, которая на полу. Больше деревом пахнет. И перебивает, конечно, вот такой вот. А вот она практически в бутоне, а вот это вот распустившаяся. А вот это беленькая. Смотрите, какая невеста прямо. Тоже больше в бутонах, нежели распустившиеся. Вот простая, но все равно очень-очень-очень. Вот это, кстати, вот чем проще, тем она душистее. Хотя запах очень... Тут угали. Ну... Я то спеto la fine. Dove fine? Fine, quando è finito non si esce. Non si esce. Он говорит, все они одинаковые цветы. Вот, Марка, видите, как раз и все одинаковые. А я и вижу, что они все разные. И размером разные. Вот это, смотрите, какая крупная. Прям очень крупная. Зонтики. Очень крупные цветы. И вот это вот средненькая. Марко подошел, сказал, все, он уже насмотрелся. Все одинаково, ничего нету разного. Я пошел на выход, тебя буду ждать там. Насмотришься, придешь и пойдем по нашим делам. Да.
Ой, друзья, а вот посмотрите, какой насыщенный розовый. Вот это мы с вами видели крупные цветы. Вот эти они помельче, но они такие бархатные и насыщенный розовый. Какая прелесть. И вот эти, конечно, крупные, они очень-очень-очень-очень красивые. А тяжелые, потому что там бутон. Видите, один отцветет, второй будет. То есть 2 недели они точно будут цвести. А потом вот так будут опадать. И, конечно, за ними прибирать надо. У Марка были камелии в том доме. Но так как супруга не очень садом занималась, а все было на нем. И он сказал, что мне это не надо. Слишком мусорные, говорит, мусор. Создают мусор. Но зато они потом вот зеленые, стоят растения круглый год. Листва у них не опадают. И есть такие сорта, которые прям вот в декабре еще они у них цветут. Потому что же они разные. Вот опять крупные. И вон тот, вот это дерево крупное, мы потом к нему подойдем. Вот смотрите, она прям вот как ладошка моя. Даже больше, шире. Если вот только я пальцы растопырю. Красота, красотища. Вот можно даже не говорить, а просто музыку поставить. Опять музыку. За музыку могут и понаказать, смотря какая музыка. Хотя есть бесплатные ресурсы, которые можно скачать. Но опять-таки это все хлопотно. Обратите внимание, что птички поют. Вот видите, мелкие. Мелкие цветочки. Вот моя ладошка. И они такие интересные у них цвет, не однотонные. Это средние. Вот как она. И с одной стороны, и с другой стороны. И здесь то же самое. Прям вот много-много-много, и они сразу все распустились. Ну нет, не все, вот, видите, есть еще бутончики. А это просто ягодки красные, рвать ничего нельзя. Ну какая прелесть, такой насыщенный бордовый. Друзья, прям насыщенный бордовый. Красота. Вот это не чисто белый и не желтый, кремовый. Или молочный. А вот мелочь-мелочь пузатая. Совсем-совсем очень такие нежные, легкие, воздушные цветочки. Вот такие мне кустики тоже нравятся, именно вот виола розовый. Розово-фиолетовый виола. Беленький не очень. Простенько смотрится. Вот мы с вами увидим. У нас у соседей с Карпата вот так все. И если смотреть издалека, то прям вот оно, прям насыщенным виола. Вот нашла, смотрите, название. Сан Димас. Вот оно.
кстати, мы вот такое вот деревце видели с вами на балконе в предыдущем видео. Так, мы вот возле этого пруда, где люди отдыхают, сидят. С другой стороны. И на это деревце обратите внимание. Сейчас я к нему подойду поближе. Воду пить нельзя. Так, я поднялась, и вот смотрите, что я увидела. Во-первых, вот здесь вот такая камелия. Какая-то она в полоску тигровая. Сейчас скажу, как она называется. Харинон Утена. Утена. Хакухан куяки. Вот такие вот куяки у нас здесь. Под ноги надо смотреть, потому что камни, неровности. Вот она, это куяки. Необычная, необычная. Розовый, нежный розовый. Посмотрим еще вот этот вот. Набивной. И достаточно такой цвет, знаете. Я бы сказала коралловый. А может быть, камера его не выдает такой цвет. Но вот я его так вижу, больше к коралловому. Нет, это вот не белое, это отцвет. Ну, не могут они быть все одинаковые. Смотрите, какая разница. Какие-то набивные. И по цвету разные. Пока что до желтых не дошли. Это вот это не желтый, это нежно-розовый. Хотя он в бутонах, смотрите, какой он активно розовый. А в распустившемся виде он нежно-розовый. Ночос перл. Перла. Жемчужная какая-то, жемчужина. Вот эту мы с вами видели, она кремовая, это мелкая, как бусинки. Моя задача теперь вот спуститься с большого камня. Не крупные, но вот такие вот тоже беленькие они. Прям колокольчики. И пчелы, 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 пчелы летают. Слушайте, у меня вот это вот не прижилось дома. А у Марка в том доме, где мы его продаем или сейчас сдаем, там много таких красивых. Ну, вот они, колокольчики. И пойдемте посмотрим вон ту крупную. Ховаро или Ховард Аспер. Вот это вот, по-моему, Д. А вот она какая. Смотрите, какая крупная. Вот мой кулачок. Прям такое красивое.
И цвет такой нежный. Вот она, пчела. Это главный куст. Практически без листьев, но с цветами. Красиво, правда? Ну вот это вот, смотрите, вот такое. Цветов мало, много листьев. Вот так вот можно ошибиться. Сейчас я вам скажу, как она называется. Кому-то, может быть, это и нравится. Dream Jewel. Dream Jewel – это вот это. Хотела пчелку заснять, но улетела. Нежное такое, нежное все. И папоротник здесь, видите, какой шикарный. А здесь, смотрите, один только цветок, нет, не один, их, наверное, 3-4. Бордовый. Ну, камера не передает, камера светлый передает, а он прям очень насыщенно бордовый. И вот если в бутонах смотреть, видите, какой виола, как у меня сливовые ногти. Он еще будет цвести впереди, но вот уже... Распустились несколько. Вот тоже интересное. Видите, вот такая вот она. Вот оно в бутоне, вот оно уже подвявшее, и вот оно в распущенном. Колокольчик практически не раскрывшийся. Мелко. Ну, вот я читаю икираки. Вот это вот мелкая красивая. Ну вот написано, видите, разница. 550, нет, 5519 куст. Ну вот они все разные. Смотрите, какой крупный. Полунабивной. И сам куст у всех разный. Нету такого, что прям одинаково были. И мура. Вот она, и мура. Может быть, и мура. Вот тоже кремовый, ну я бы даже сказала белый. Прям невеста. Буду вот так вот вам показывать. И вот так. Красота. Какой бутон, крупный бутон.
Слушайте, прям вот этими вот опилками перебивает весь такой дух. Хотя много без запаха совсем. Или такой нежный, очень слабый запах. Конечно, вот эти опилки, они перебивают. Но ничего. А здесь мы с вами видим нарциссы. Вот такая вот красота. Вот тоже миленькие такие колокольчики. Ну какая красота, друзья. Просто сказочный. Сказочный лес. Или сказочный парк. А здесь еще не распустились. Нет, вот оно распустилось. Обратите внимание, с белым. Таким красное с белым. Но оно даже не белое, а так розовое. Где нам тут поближе посмотреть? Есть цветок? Нет, поближе посмотреть негде. Давайте посмотрим, как оно называется. Вот оно собирается распуститься. Или вот оно бутон с белым. Будем говорить с розовым. Ну вот, похоже вот на этот. Вот похоже. Видите, как будто попачкали. Или как будто выцвевший. Ну красивый же, правда? Парк-сказка. Обратите внимание на пенечек. Люди собрали опавшие цветочки и выложили вот такую вот красоту. Ну что-то я желтых не вижу. Вот вчера по телевизору сказали про них, что они есть. Их всего два вида. Ну я вот, если это вот кремовый, может быть, они такое имели в виду, желтое. Хотя обратите внимание, вот оно кремовое, а здесь же оно вот такое вот красное, ну как бы красно-розовое, насыщенное. Это одно и то же деревце, хотя внутри, видите, много там розовенького что-то есть. Вот видите. А там, наоборот, розовое и немножко беленького внутри. Знаете, что мы сейчас с вами сделаем? Наверное, с вами закончим. Ой, такое нежно-розовое. Нежно. Очень нежно. Я вам пожелаю мирного неба над головой, здоровья, удачи, долгих лет жизни. С вами была Елена Дерегетти. Если я увижу все-таки желтый насыщенный, то я вам его фотографию выставлю. Потому что вот я вижу, оно желтое, но оно желтое, потому что уже отцвевшее. Чтобы не затягивать. Все красивые. Просто все красивые. Вот эти вот еще даже не распустились. Вот одно там что-то розовое распускаться начало. А это уже отцвело все. Все отцвело. Опять мы с вами видим вот такое вот. Красиво. Птички поют. Люди гуляют. Замечательно.
А что, какие рекомендации вообще по жизни вот нашим женщинам, которые одиноки, да? Если уже вдруг у вас какой-то маленький город, ну, все-таки нужно, во-первых, чистку сделать. Это я как специалист вам рекомендую. Без чистки будете долго идти. А если у вас время, ходить долго. И регистрироваться на каждую кастрюльку найдется своя крышечка. Если собирать там где-то что-то, какие-то мужчин, которые не способны содержать своих прекрасных женщин, а у нас в России женщины очень красивые. Некоторые запустили себя. Ой, друзья, как красиво. Опять мы с вами видим водоем. И здесь есть растения, которые вот именно растут в открытых водоемах. Упали кое-какие цветы, но еще не цветут лилии. Люди сидят на лавочках, принимают солнечные ванны. Главное, что не ветрено, друзья. Такое большое значение. Жду вас у себя на консультациях, женщины, девочки. И, в общем-то, можно изменить свой сценарий жизни в любое время. Даже здесь рыбы плавают. Друзья, смотрите, карпы. Карпы плавают. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот с этой стороны мы видим 6 карпов. По мосточку можно пройтись. На этом я с вами закончила. Потом сделаю небольшую зарисовочку, фотографии. И будем выходить. Всем пока.